к договору от 8 мая 2014 года за номером 158/1, заключенному ГУП «Ленводхоз» на выполнение работ по капитальному ремонту плотины Ржевского Охтинского гидроузла на реке Большая Охта с ООО «Ленмонтаж», не представлена предусмотренная договором отчетная документация, подтверждающая достоверность выполнения работ, за которые из бюджета Санкт-Петербурга перечислены средства субсидии в сумме 89 218 200 рублей.